Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в горы. Гуляем, полюбуемся вот этой красотой. Посмотрите, как у нас красиво. Смотрите, какие мощные скалы. Какая красота. Все зелено. Снимаю, видимо, в режиме арт. Под режим поп-арт. Вот такая красивая съемка. Конечно, необычно. Но надо иногда снимать так, показать такую красоту. Вода в рюкзаке булькает у меня. Какая елочка. Красотень. Сосны как растут на скалах. Жизненная сила. Посмотрите, какая скала. Это одна из вершин Марюткиного камня. Сейчас я буду показывать с увеличением. Посмотрим мы прямо ее всю. Интересно. Там вон сосенка растет, березка. Сейчас я вам их покажу. Снимаю с увеличением. Сначала рассмотрим вот эту стену. Где она? Вот она. Я всегда снимаю скалы, вот это такие стены. На них можно что-то разглядеть, как рисунки из прошлого. На фото иногда бывает, просвечивает. И вот сосенка, видите? Я еще фото приложу в конце, как она растет. Вот жизненная сила из скалы, питается только влагой. Вот ниже, внизу такая березка. Я там был около нее. Там вообще один камень. Как она растет, даже непонятно. Вот внизу такие россыпи камней. Но сегодня я на нее не полезу, я один. И задачи у меня другие. Но тем не менее покажу эту красоту, этот пик. Вот она, сосенка. Вот вершина. Это вот кучками горошек. Лесной такой. Такая красота. Ну, прелесть прям. Такими кучками они растут. Хорошо в лесу любоваться такой красотой. Вот так вот высоко в горах растет наш альпийский горец. Наш деликатес. Мы называем его кислянкой. На вкус он кисленький. Я много рассказывал уже про него. Такая наша кислянка. А вообще это альпийский горец.
Есть у меня видео, где я его собираю. Посмотрите, кому интересно будет. Вот на таком обрыве растет сосна. Как она там держится, даже непонятно. Скалы. Пики зубчатые. Это наши горы. Урал. Маленько поднимаюсь по скалам. Смотрю вот такую красоту. Вот горец альпийский под скалами растет. Такая красота. Такая вершина. Наши горы. Там площадки нету. Там обрыв. И вот на этой вершинке я поднимался на нее. Но подняться не так сложно, спускаться сложновато. Круто. Там обрыв. 20-30 метров. Отвесная стена. Мы гуляем по Уральскому лесу. Смотрите, какой след оставили в небе самолеты. Пересеклись. Интересно. А вот, друзья мои, видите, артефакт. Дверь. Царство хозяйки Медной горы. Но я не буду говорить, сам откройся. Ой, уже сказал. Вот такая вот дверочка. Артефакт в скале на плите. Ну, интересно. Специально сюда поднялся, чтобы вам ее показать. Поднимаюсь тихонечко. Вот недалеко вершина. Еще немножко поднимемся. Покажу вам панораму наших гор. Но с панорамой у нас не получится. В общем-то, дымка. И чтобы снять, мне надо залезть вот на эту скалу. Ну, в общем-то, смысла нету. Такая дымка. Я вам сейчас покажу панораму нашего поселка Терлян. А тут вот сосны загораживают. Вот такая панорама нашего села Терлянский. Ну, дымка. Но тем не менее, что-то видно. Такие горы. Вдали хребет Уралтау.
Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной, прогулялись, полазили по скалам, посмотрели нашу красоту. Вдали вот квадрик гудит. Кто-то тоже едет. Туристы. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.